Сегодня я буду готовить очень быстрый и вкусный салат под названием «Неожиданный гость». Для этого нам необходимо 150 грамм сыра, 1 зубчик чеснока, 1 банка фасоли, 1 банка кукурузы. Фасоль должна быть желательно красная. 1 пачка сухариков либо кириешек на ваш вкус. 150 грамм у меня колбаски баварские. Можно взять любые колбаски полукопченые, либо полукопченую колбасу. Майонез и соль. Все, начинаем приготовление. Вот, сыр мы потерли на крупную терку. Колбаски мы порезали тонкой соломкой. Сейчас мы будем все смешивать для нашего салатика. Чесночок я потерла, один зубчик на терочку мелкую. И сейчас заправим все майонезом. И в конце добавим сухарики. Ну вот я салатик нас весь перемешала, добавила соль и добавила сразу сухарики. Потому что сейчас салатик мы уже будем кушать. Если вы готовите салатик на стол, то сухарики можно подать перед самой подачей, чтобы сухарики были хрустящие. Вот такой вкусный салатик у нас получился под названием «Неожиданный гость». Попробуйте приготовить и вы. Готовится он очень быстро, поэтому советую, пробуйте, готовьте. Всего вам хорошего, всем пока!